Император Константин в IV веке нашей эры принял христианство. Церковь ликовала. И зря. Это обернулось трагедией для церкви. И вот почему. Немного истории Средневековья. Тьма сгущалась. Повсюду распространялись самые бессмысленные и суеверные обычаи. Люди настолько были подвержены влиянию суеверия, что, казалось, здравый смысл полностью утрачен. Но чего еще ожидать от людей, кроме невежества и порока, если само духовенство и священники, к которым они обращались за советом, были крайне суеверны? Библия была закрытой и почти забытой книгой. Результатом обращения Константина стал союз христианской церкви и язычества. Однако тьма невежества была не везде и коснулась не всех. И исследуйте великую борьбу, и вы поймете, почему.